Казанцы разработали мобильное приложение «Площадка». Оно несет в себе функцию поиска мест или людей для занятия спортом. С его помощью можно найти более 60 спортивных центров и 300 дворовых площадок города Казань. Скачав его, можно заранее забронировать или оплатить аренду спортзала в спортивных комплексах «Олимпийт», «Спектр», футбольное поле на стадионе «Ракета». Ближайшие планы у нас привлечь максимально возможное количество спортобъектов в Казани, чтобы жители Казани, чтобы в том числе студенты КФУ получили более удобный доступ к спортивным объектам Казани. И вот в ближайшее время мы хотели бы привлечь спортивные комплексы КФУ, Уникс, Бустан, Москва и, ну, возможно, еще какие-то. Программу запустил бывший студент КФУ совместно с Министерством спорта Республики Татарстан и Комитетом физической культуры Казани. Данное приложение можно скачать как на Android, так и на iOS. Разработчики нам обещают, что в скором времени будет возможность подключить бронирование мест в Иннополисе. Дарья Митина, Виолетта Басова, Универньюз.